Друзья, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Друзья, я являюсь журналистом. Солнечный день сегодня. Сейчас посмотрим, который час, около 11. Так, у меня через полчаса встреча с Танюшей. Мы с ней продолжим сегодня занятия физкультурой. Кстати, я вот все время вспоминаю последнее время картины Альбани, галерея Боргезе, времена года. Вот видите, желтый цвет поменялся на коричневый. Зеленый, если остался, он стал более таким темным. Вот, ну пошли, буду показывать город наш. Я сегодня утром пошла в оптику для того, чтобы забрать очки. И мне как раз пришло сообщение от одной из моих подписчиц. Я вот позволю себе опубликовать по поводу того, что... Сейчас я... Видите, магазин вот этот у нас чудесная реставрационная мастерская. Вот, что офтальмологи могут не засвидетельствовать мои показания в отношении снеговика. Ничего подобного, друзья. Вот сейчас я на эти вопросы хотела бы ответить. Вот смотрите, пожалуйста, видите, у нас Рождество. В прошлом году в это время уже и елки стояли. Мне кажется, в этом году все будет очень-очень у нас грустно. Так вот, они не то что не засвидетельствовали, а им тоже позвонили в аптеку и спросили, правда это или неправда, что «Чао, como está? Todo bene?» Вот у нас есть и нормальные люди, которые ходят без намордников тоже. Многим уже это все надоело, конечно же. В основная масса, как вы видите. Так вот, по поводу хочу рассказать вам по поводу оптики. Все никак в ноты не попадаю. Они позвонили им вот из этого общества снеговиков в оптику, стали задавать вопросы, случилось ли такое или не случилось. Они сказали, да, случилось. И что куда пошел снеговик, там стройка, там депозит. Более того, друзья, у нас эта история пошла дальше. Потому что он же очень на показуху работал, снеговик. Он очень долго одевался, раздевался и так далее. Естественно, люди следили, куда он пошел. Вот. И он не один раз прокололся. И, в общем-то, у нас весь город, ну, не весь, кто знает, тот знает, что такой прецедент у нас вчера, позавчера произошел. Вот. По поводу вот этой оптики, чего боятся они, сейчас я вам расскажу. Поделились они со мной по поводу продажи через интернет, покупки и продажи. Значит, они тоже смотрят канал Биоблю, и мать и дочь, и муж дочери, по поводу того, что медицина у нас вся будет сейчас через интернет. Вот. И как они видят себе это, как вот видят именно их отрасль, то есть оптика. Элена, чао! Друзья, я сейчас вернусь к аптеке, но вот девочка, которую я вам сейчас показала, Элена, помните, я вам о ней рассказывала? Она из Румынии, у нее двое детей. Вот она мне рассказывала про школу, что у детей кровь носом идет. Она будет нам помогать сейчас, Таней. Вот тот самый листок, помните, где Конституция? Я вам рассказывала еще в предыдущих видео. Надо новое распечатать. Вот, что 151-я статья итальянской конституции, 155-я, что лицо должно быть узнаваемо. В общем, я ей отправила, она распечатает, и она будет помогать. В каком плане? Она отнесет в школу, сказала, даст директору школы и даст всем преподавателям, и даст всем мамашам, что это нарушение конституции. Что они не знают свою собственную конституцию, когда они говорят, что это закон, это не закон. Он от меня чуть далеко идет, что я без намордника. Знаете, что с людьми это произошло? Ужас ужасный. Итак, друзья, я возвращаюсь к аптечной теме. Они все подтвердили, и мать, и дочь, когда им позвонили представители снеговиков. Более того, какие у них страхи? По поводу интернета. Очень боятся, что как бы их не разорили.
они смотрят канал Биоблю. Вот в одном из репортажей канала Биоблю они говорили, что у нас и медицина сейчас будет. Все будет происходить через компьютер. Диагностика через компьютер. Я, если честно, как-то не очень хорошо себе это все представляю. Ну, сказали, что вот так. Вот она объяснила, какая может быть схема, связанная именно с оптикой, с их профессией. Она знает уже, что есть такая программа, ну, как вы понимаете, какие ресурсы этим, какие платформы, какие поисковики этим занимаются. Сказала, что эта программа, она была разработана Гуглем. То есть ты сидишь напротив экрана, смотришь в экран, даже она мне назвала не офтальмолог, как-то по-другому. Ладно, но не столь важно. В общем, скачивается эта программа, смотрите в экран, и вам экран определяет расстояние между зрачков. Вот. И делает проверку зрения. Ну, то есть, как вы знаете, да, там один глаз закрываешь, другой глаз закрываешь, один глаз, ну, как миопия проверяется или так, и так далее. Понятно, что пока, может быть, на данный момент они не в состоянии изучать глазное дно, но на таком уровне, да, все. Значит, следующий этап, там, допустим, они вам говорят, у вас расстояние такое-то между зрачками, и там один глаз, допустим, 1.5, другой минус 1.75, как у меня. Потом вы отправляете свою фотографию, и они вам подбирают очки. Крутится такая ваша голова, и со всех сторон вы видите, как у вас будут выглядеть на вас очки. И все, и по бросовой цене вы получаете эти самые очки. Кто этим заниматься будет? Вы знаете, до какой цензуры мы докатились сейчас? Но будет заниматься этим эта знаменитая фирма АМА и, ну и где-то там ЗОН. Вы понимаете, какая у нас, какие у нас алгоритмы сейчас? А более того, мне написали блогеры, кстати, из Соединенных Штатов Америки, что сейчас очень опасно говорить о выборах. И вот ставить две фамилии, то есть президента действующего Соединенных Штатов Америки, то есть его лучше называть... Я его буду называть Дональд Френкович. Дональд Френкович. А второго Бидон. Что, оказывается, тоже считывает какой-то вот алгоритм это все. И если вы топите за Дональда Френковича, значит, соответственно, можете получить по заднице. Интересные времена. Поэтому это нам тоже запретили сейчас. Продолжаю рассказывать про оптику. Вот, смотрите, пожалуйста. Видите, для дедушек по-прежнему все закрыто. Дедушки не могут спортом заниматься. А для больших тренажеры открыты. Я вот этого не понимаю. Кстати, Элена мне сейчас рассказала, что к нам сюда в город запустили муниципальную полицию, не местную. Потому что, видимо, они не могут понять, почему не приходят штрафы. Нет выполнения плана по штрафам. И она говорит, я иду утром, ребенка в школу провожала. Подъезжают муниципальная полиция, причем вот не кинчану, терми. И говорят, почему вы идете без намордника? Натяните, и натяните и на себя, и на ребенка, и не только на рот, но и на нос. Это облиго, это порядок. Ну, в общем, она... Натянула на секунду, потом сняла, говорит, просто не хотелось ругаться при ребенке. О, Танюша, красавица, Танюша пришла уже. Сказала, что она шла в школу, к школе. Это были муниципальная полиция, не карабинеры. И они ей сказали напялить маску. Она мне позвонила сначала утром сегодня, а вот сейчас мы с ней на дороге встретились. И они застали, это были не местные. То есть ты слышала об этом, да? Чтобы сращивания не было. Я знаю, что так делается везде, на демонстрациях тоже, из других городов. Чтобы не жалко было. Да, чтобы они никого не знали, и их никто не знал. Как швейцарская гвардия, типа они. То же самое. Абсолютно. Я очки сегодня забрала. Ты знаешь, что снеговики звонили в аптеку и проверяли, было такое или не было? И что сказали? Сказали, было. Были, было, было, было. Что все это было. Подожди, а мы же сюда идем. А вот смотри, какой малыш. Ой, малыш классный, хороший. Зайка, милый, зайка.
Только там все эти закрытые, где он может мышцы покачать. Вот. И они подтвердили, они сказали да. Но они, знаешь, что очень боятся в аптеке, в оптике? Что сейчас через компьютер начнут проверять зрение. Есть такая программа уже. Когда они тебе мерят расстояние между зрачками, компьютер подбирает очки, потом ты выписываешь через интернет. Неправильно. Не, неправильно, они разорятся. Разорятся. Все идет к тому, чтобы сократить. И она это для кинчан, но ты согласись, это все-таки средний бизнес. Средний бизнес. И таким образом они останутся. А они, знаешь, тоже в третьем поколении. У них вот эта оптика. Вот, пока ты разминаешься, я вот последнее уже сейчас расскажу подписчикам. Так вот, значит, у дочки, вот у окулиста, офтальмолога, значит, вот у нее есть муж, молодая девушка, у нее муж есть. И оказывается, ее муж, он тоже попытался быть аналогичным блогером. Он поехал, Танюша, во Флоренцию. Это утром сегодня они мне рассказали. Ну, по делам. А муж ее делает, он техник, то есть он непосредственно гоняет диоптрии в очки. Ну вот. У них вообще семейный. Семейный. Он поехал во Флоренцию там по своим вот этим делам. И смотрит, скорая ездит, и как-то не в попад. А он сам из Флоренции. Он Флоренцию хорошо знает. То есть он не понял траекторию. Что ты думаешь, Танюша? Он сел на машину и за ней поехал. Внимание, смотри, не было никакого трафика. Скорая ехала быстро, но в принципе без превышения. То есть там, где 60, она ехала 60. Там, где 80, она ехала 80. Ты знаешь, что произошло? Ехали они так минут 15. Потому что он говорит, я знаю, где во Флоренции больница. Знаю. Но она ехала... То есть если бы она ехала по вызову, она бы ехала бы от больницы в сторону вызова. Правильно? Или наоборот. А тут она просто едет со всеми вот этими квакалками. Ты знаешь, что произошло? Видимо, вот эти, которые сидели в скорой помощи, их уже предупредили. Ему вызвали ментов. Его остановили. Слушай, я тебя с этими девчонками из оптики обязательно познакомлю. Потому что другое дело, когда рассказывают... В общем, следующие очки, когда будешь заказывать, пойдем к ним. Вот. Ты знаешь, его останавливали как преступника... Три полицейские машины. Что вы делаете? Говорит, ну я еду и еду. Нет, вы едете, вы преследуете скорую помощь. То есть они позвонили. Таня, очень многие ведь блогеры вот так въезжали в больницу, ты помнишь? Вот. А, его заставили стереть. И ему выписали штраф. И ты знаешь, по какой статье ему выписали штраф? Это додуматься надо было. Вот знаешь, есть такое правило. Вот пробка, да, ты стоишь в пробке. И скорая помощь едет. То есть все машины... Нет, 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 хитрее. Значит, потому что там же видеокамеры, все видно. Значит, можно и протестовать, если он не пропустил бы. Нет, Танюш, там другое было. Значит, ты знаешь, ты, допустим, стоишь в пробке, но скорую помощь ты обязана пропустить, верно? Верно. А некоторые хитрецы, что они делают? Они потом вклиниваются и едут за скорой, да, чтобы проскочить трафик. Но это считается нарушением, и то есть тут ты можешь даже потерять и водительское удостоверение, и штраф. Ему выписали баснословный штраф 280 евро, что вот по этой статье, что... Я даже не знала, что есть... Есть такая статья, да. То есть если ты стоишь в пробке, ты пропустил скорую, ты должен встать на то место, на котором ты стоял. Ты не можешь за ней ехать, но это правда. Вот, а некоторые проскакивают. И это очень серьезно считается в Италии нарушение. Я не знаю, как в других странах, потом подписчики напишут. Ему выписали по этой статье. То есть у него сейчас страховка взлетит. Как ты понимаешь, что они его как по серьезному нарушению пропустили. А в следующий раз сказали, отнимут вообще права. Ты представляешь? Я говорю, так он должен опротестовать это все. А как? Это адвоката брать? Это Таня-то надо будет платить деньги за адвоката. Ты понимаешь, что им всем прилетело сейчас? Видимо, многие решили, ведь канал Биоблю, ты помнишь, они сделали вот это, снимать там больницы внутри и так далее? Все же камеры есть, если здесь. Конечно, конечно. Ты можешь себе представить, и они сейчас, значит, будут бороться с этим, чтобы люди этого не делали. А ты можешь себе представить, как они распереживались из-за снеговика? Что я снеговика поймала, и по всем еще прошлась, и люди видели, и люди говорят на эту тему. Нет, ты можешь себе представить, Таня? Ты можешь себе представить? Поэтому и они сейчас, скорые, которые вот так вот ездят,
если они видят, что за ними кто-то едет и допускают, что снимают, они вызывают ментов. Вот тебе, пожалуйста. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Увидимся либо сегодня вечером, либо завтра.